это улица Советская, поселка Знаменка. Сегодня 18 августа. Жаркий день, 2023 год. Сейчас мы поедем на объездную дорогу. С улицы Советской свернули на улицу, по-моему, Школьная называется. Сейчас попадем на объездную дорогу и поедем на озеро. А это Знаменский рынок. А там впереди за объездной памятник, я его снимал недавно. Великой Отечественной войне посвященный. Здесь тоже есть памятник, но он посвящен уже... Сейчас скажу, как написано на нем. Безымянных быть не должно, там Демократическая Республика Афганистан и другие, так сказать, места. Вот, объездная прямо. Конкретнее, дорога М2 Крым, Москва-Симферополь называлась. Если поехать направо, будет Кромы, налево будут Лужки. Озеро, на которое мы едем, особенное. Голубое называется. Их там как бы несколько. Их то называют Голубое озеро, то Голубые озера. А по сути это глиняные бывшие карьеры Орелстроя. Организация Орелстрой. Глиняные карьеры. Где брали глину, потом они заполнились такой водой. И имеет это озеро очень интересный голубой цвет, редкий для озер города Орла, потому что там голубая глина, которой некоторые даже и обмазываются. А тут находится старица реки Цон, то есть старое русло реки Цон. Вот оно какое, похоже на рык какой-то, на канаву. Это старое русло реки Цон. А новое русло, вот оно. Река Цон, которая впадает в реку Аку. Хорошее местечко такое. Знаменка. Вот, кстати, трактора стоят. Всякие сеялки, косилки. Не знаю, вороны, как это называется, техника. Большой ассортимент сельскохозяйственных этих... машин. Тоже трактора. Ну да, давно. Он до сих пор помнит. Привет тебе передавал. Александр Иванович, она с собаками гуляет там. Я знаю, я отлично помню. Вот она сейчас хорошо выглядит, здоровая. Да. С собаками там гуляет все время. Я ее вижу, и она привет передала. Спасибо большое. Да, собаковод. Видишь, большой привет. Передам, да. Так, у нас направо будет поворот на Гать, на Вятский Посад, а мы едем прямо в направлении Лужков. Мы недавно ездили. Вон в том направлении, в Лавровском озере купались. Вот, сейчас мы едем прямо по объездной. Кстати, один человек сегодня мне написал в комментариях к этому ролику про Лавровское озеро, что это озеро называется Фоминское, а не Лавровское. Потому что оно находится на Фоминке. На Малой Фоминке. Она находится в полутора километрах от Лаврова.
А вообще название Малая Фоминка я не так давно узнал. Может быть, не знаю, там, после перестройки только. До этого я не слышал названия, что есть такая Малая Фоминка, Большая. Была просто Фоминка, и были дворики, да? Это река. В твоем детстве Малая Фоминка был такое название? И Большая Фоминка? Конечно. Ну, короче говоря, в интернете это озеро фигурирует как Лавровское озеро карстовое, памятник природы. Глубина его 10 метров, написано. Да. А ты слышал, чтобы это озеро называлось Фоминское когда-нибудь? Я слышал. Слышал? Я всю жизнь слышал и знал. А почему ты называл его Лавровским всегда? Его логичнее Лавровским назвать, оно в полутора километрах от Лаврова. Ну, короче, в интернете оно как Лавровское. Фигурирует. Так, сейчас уже будет... Такой перекресточек, налево озеро Светлая Жизнь, а направо поворот, куда мы едем. Это нам? Так, подожди, или чуть подальше. Вот озеро Светлая Жизнь, а мы едем направо, вот четко направо сейчас поворачиваем. На озеро Светлая Жизнь мы не поедем, это в ту сторону, туда маршрутки ходят. А мы сворачиваем под циклопический, как я его называю, мост железнодорожный, к которому ходят поезда, и направо вот как раз там будет станция Рыбница, за ней станция Кнубрь, как я и говорил уже. И сейчас мы под этот мост попадем, он очень большой. И, кстати, у меня есть фотографии, по-моему, ВКонтакте и в Одноклассниках, где с берега карьера этот мост виден, когда не было еще вот этих посадок. И он там очень хорошо возвышается и виден. Когда не было вот этих всех посадок, 70-го года фотография, этот мост виден с берега карьера, который, где туалет стоит, где выход на мост, на пешеходный, к Ботанике. Этих посадок не было 50 лет назад, и мост этот был виден. А сейчас он не виден вообще, потому что выросли деревья, но мы... По нему сейчас под ним проедем, под этим циклопическим мостом. И вот направо будет, что я называю, дорога с облаками к Голубому озеру, а налево Днепрецкая балка, балка Днепрец, где вроде как написано, что там даже тушканчики водятся, но я там ни разу не видел. Может, раньше водились. Тут кругом дачи. Такая дорога. Дальше она получше будет. Это просто дачники подразбили ее. Ну, в общем, вы поняли. Перекресток, где выезд на объездную с озера Светлая Жизнь. И в противоположном от Светлой Жизни направлении эта дорога находится. А дальше вы все увидите из видео, как мы поедем, и вы можете туда съездить. Я был на этом озере Голубом 2 года назад. И там вроде как что-то благоустраивалось, растительность выкашивалась. Что очень хорошо, потому что там такие зеленые оводы неприятные. Если там купаешься, там голову лучше не мочить, а то они на голову сразу налетают. Ну вот. И там выкашивалась 2 года назад растительность и благоустраивался берег. Я подумал, что... будет платный пляж. В том году я там не был, а вот в этом мы туда едем смотреть, что будет. Если на велике, кстати, не обязательно под этот мост проезжать, можно вправо вон туда поехать. И там есть тоже напрямик, так сказать, проехать на велике. Без моста. Ну, можно и под мост. Там вот железная дорога. Сейчас мы...
Поедем. Ездил тут здесь когда-нибудь? Да давно. Очень давно, я так понял, что очень давно. И дорога, она там, с правой стороны. Да, есть там. Разок стоит съездить. Мост вообще великолепный. Вот мы к нему подъезжаем. Он большой очень. Очень классное зрелище, когда по нему поезда проходят. Составы. Грохот такой. Вот смотрите, смотрите, какой он большой, высокий мост. Поэтому я его называю циклопический. Он был виден, пока посадки не выросли. Он был виден с самого карьера. Смотрите, какой огромный мост. Это просто чудо какое-то. Мостостроение. Какая красота. Немцы взрывали такие довольно мосты. Огромный мост. Терпеть не могу. Массивный. Потому что партизаны всегда взрывали. Скажи. Короче, вот в ту сторону Балка-Непрец. Очень красивое место. Левее него Лужковское кладбище, он дорога. А мы едем на Голубое озеро. Глиняный бывший карьер Орелстроя. По дороге с облаками. Сейчас мы увидите почему. Потому что там дорога высоко, высоко так лежит. Под ней такая долина расстилается, несостоявшееся дно Орловского моря. Собирались сделать водоем такой, Орловское море, под нужды промышленности. Финансирование шло до, по-моему, 94 года, до мэра Кислякова. Да. И прекратили то ли в 95 году финансирование этого Орловского моря. Утки собачьи. Выселили больше 20 населенных пунктов, построили моторное отделение, Башмак водохранилище. Так он там и стоит, недалеко от поселка Усть-Рыбница, налево. А это вот железная дорога, следующая станция Рыбница в ту сторону, потом Кнубрь, а назад наоборот, по-моему, Цон. И вот если на велике, можно вот сюда вот по дороге вот в это, и прямо вот там перейти железку, и прямо напрямую выйти, выехать к этому, к светлой жизни, минуя мост. Ну, мост прекрасен. Железная дорога идет железновоз на карьер за рудой. Михайловский рудник. Ок, горнообогатительный комбинат. А это вот лесок, по которому тоже тропинка пролежает. И можно, в принципе, вот там в лесок свернуть. Вот тут где-то будет. И прям по тропиночке через лес очень здорово вот туда же к светлой жизни выехать. Какие сосны большие. Ну, их не было лет 50 назад, тут посадки. Насколько я понимаю. Вот тропинка, вот по этой. На велике можно проехать. Я ездил. Слева дача, справа тоже, по-моему, дача. В общем, где-то километров 4 отсюда в Голубое озеро, куда мы едем. Сейчас поедем по дороге с облаками, это великолепное место. Впервые я попал на эту дорогу, вот когда был жаркий год, 2010-й. Я еще застал там дома, от которых сейчас выселенные, там люди жили. От которых сейчас только развалины, и то вряд ли, наверное, остались. В общем, мы едем по сейчас, по сути, по правому берегу реки Рыбница. Ну, это я так грубо сказал, потому что он довольно далеко отсюда, этот берег.
Там же свалку сделали такую стихийную. Вот где-то здесь эти дома стояли. Как все позаросло. Я тут не был 2 года. Да, вот обломки. Во-во-во, я видео снимал в мае вот отсюда. Или оттуда. В общем, здесь дома стояли. В 2010 году, когда жара была. Вот они, обломки домов этих. Вот они. Вот тут очень красивый вид расстилается. Притормози, я поснимаю, да? Все равно. И ты тоже пойдем посмотришь. Вон Вятский посад виден. Притормозь, да и сам посмотри, выйди. Очень красивый вид отсюда. Пойдемте посмотрим. Мы по сути на горе находимся. Пойдем посмотришь что. Да ничего, там нормально все. В общем, тут что можно посмотреть? Во-первых, вот тут, забыл, как это называется, свалочка такая. Что-то тут было, я не помню. Но здесь дома стояли вообще. Какая-то вот свалочка здесь была стихийная. Вот такая прям овраг такой вот, как сказать. Да. Свалка. Вот если туда, то берег Рыбницы будет там за этим. Ну это, в общем, правый берег Рыбницы там. Так, виднеется Вятский посад, купол. Вон он, церковь, Вятский посад. А тут, так сказать, место одной большой свалки. Забыл, как это называется. Что-то тут такое разрабатывали. То ли карьер щебенки, то ли карьер глины, что-то такое. Так, ну мы еще там, наверное, выйдем. Потому что я немножко неудачно, надо было дальше проехать. Чтобы башмак водохранилище увидеть, это подальше нужно проехать. Поедем подальше. Это мы на свалку посмотрели просто. И здесь стояли дома. Вот, там свалка. В той стороне озеро Светлая Жизнь. Я хочу просто на башмак водохранилище посмотреть. И вот эта гора огромная, мы сейчас по ней едем. А под горой вот эти выселенные населенные пункты. Называю я это дорога с облаками почему-то. Ну, потому что высокая дорога. Так, это мы свалку посмотрели. А чуть подальше мы посмотрим еще башмак водохранилища. Сейчас остановишь. В общем, дома тут стояли. Тут несколько домов. Я вспомнил, просто 2 года назад было. Ездила я здесь. А дома-то я здесь впервые застал в 2010 году, когда сюда приехал. На велике ехал, помню, был тоже август. Было жарко, как и сейчас. 16-15 число. Я ехал и видел, что тут дома стоят. А, вот дорожка. Вот в эту вот. Карьер щебенки, по-моему, карьер щебни, по-моему, называется. Да, все, вспомнил. А вот здесь стояли дома. Как все позаросло. Я даже видео вот оттуда снимал. Там на Лепихах где. Но сейчас туда не полезем. Вот именно на месте вот этих зарослей стояли дома. И люди жили. Это я помню прекрасно. В 2010 году. Потом они быстро отсюда уехали. Это вроде как поселок Ставцево. Вот под этой горой находится поселок Ставцево. На той стороне Рыбницы. Это все, напомню, правый берег. Да, и лужа тут была. Так и сейчас. И мы попадаем на дорогу из плит. Вот такие плиты советские, бетонные.
И мы попадаем на эту дорогу, и вот теперь дорога будет по этим плитам. Дорожные. Вот площадка какая-то. Вот она. Слева брошенные дачи, много их здесь достаточно. А за ними там влево это Балконепрец. И там дачи. Ну там дачи уже такие нормальные. Ну, тут есть и брошенные, и не брошенные. Во-во-во, вот там классный вид уже, обалденный. Все, тут здесь тормозни. Подожди. А, сейчас, чуть проедем. О, все, вот тут где-нибудь. Останови, постой чуть-чуть. Вот тут я вид сниму. О, все, пойдем. Вон, вот хранилище. Так. Кротовые муравейники. Кротовые муравейники. Кротовые кучки, наверное. Точно. Вот еще дорожка эту помню, да. Так, ну вот, собственно, храм Вятский Посад. Вятский Посад блестит купола. Вот это называется Загоголин, вот это поселок Ставцево. На том берегу Рыбницы, на левом, стало быть. Вот Рыбница течет, то есть она оттуда течет, вправо. И мы находимся на правом ее берегу. Так, а башмак водохранилища я что-то не вижу. Наверное, зелень заросла. Он должен быть где-то там. Вон он, по-моему, он еле виден. Или это крыша? Ой, а где же башмак водохранилища? Это моторное отделение. В той стороне где-то. Не видно, елки-палки. Заросло, наверное. Оно где-то там. Где-то в той стороне. Вот. Но я его снимал уже. Если там ведете Рыбница водохранилище, посмотрите, я подъезжал в ту сторону. Да, не видно, позаросло. Ну ладно. Тут земляники много бывают, в июне или там в июле, не помню. В сторону сейчас поедем. Кучи какие-то, кротовые, наверное. Водохранилище не видно, заросло все. Оно где-то там. Даже странно. Ну ладно, камера все равно это не возьмет. Оно хорошо, хоть он Вятский Посад. Вот, смотрите, какие дали расстилаются. Вот здесь хотели делать Орловское море. Орловское водохранилище. Там дамба 500 метров насыпная стоит. Я ее тоже снимал по запросу из Орла дамба. Можете посмотреть. И водохранилище, башмак, моторное отделение. Все снимал. Ну тут дача, в принципе. Вот возле дороги, чем ближе к дороге, тем, наверное, больше и дач этих. А так на велике катались и в ту сторону. В эту низину спускались. Да, жаль, что я не могу увидеть водохранилище башмак. Заросло. Вот по этой дорожке туда вниз можно. Но лучше следующее ответвление. А влево, если поехать, есть дорожка тоже. Прудик такой вот сейчас будет. Перекресток, мягко говоря. Влево там
лесочек, эти ананивка там, эти мусорные, эти как его, прудики такие мусорные. Вот сюда можно также на велике проехать. Мусорка, как это называется, полигон ТБО влево. Сейчас вот влево будет ответвление, можно на велике до полигона доехать. На том берегу Рыбницы поселок Ставцево. Пусть Рыбница, по-моему, вообще поселок еще называется. Вон башмак! Вон он! Потормозни! Вон башмак! Видишь, Максим? Да. Точно видишь? Вижу, что это. Башмак, водохранилище, моторное отделение. Да, дальше чуть проедь. Все, увидел я его хорошо. Ну-ка, ну-ка. Вот, тормози, я сейчас сниму быстренько и все, и поедем. Вон он, смотрите все. Вот, возвышается. Возвышается башмак водохранилища, моторное отделение. В дымке там. Сейчас я его сниму. Вот, прям в центре камеры. Смотрите, видите, нет? Его, конечно, трудно рассмотреть, но я думаю, все-таки камера возьмет хоть в какой-то части. Там такие рыбы водятся, рыбаки сидят. Он огромный, этот башмак. Этот башмак, он огромный. Его даже отсюда видно. Моторное отделение, водохранилище. Второй этаж. Вот, по центру это он. А под ним такие водяные туннели, по которым русло Рыбница течет. И там бетонное русло, бетонная ванна такая, резберма, чтобы не размывать русло, сделано. Ну, в общем, камера у меня обычная, Samsung, кстати, Galaxy S9. Вот. Хорошо, башмак я это увидел. Вот там где-то станция Рыбница находится, мост там есть железнодорожный. Там еще такие болотца интересные такие есть. На том берегу Рыбницы. Вообще места прекрасные. Тут катался на велике несколько раз. Вон башмачок, голубчик. Наконец-то я увидел. Я так хотел его увидеть. Вот он. Высоко стоит. Как оно высоко-то стоит. Низина как будто бы просела. Замечательно. Вот хотели Орловское море тут сделать, но промышленность накрылась и надобность в воде отпала. Вот на велике можно вот по этой дорожке выехать к этому башмаку, ну конечно очень долго петлять, лучше даже не здесь, а чуть подальше. Я уже забыл, но где-то мы тут несколько раз проезжали. И от водохранилища на эту дорогу выруливали. И с этой дороги на водохранилище ездили. Несколько лет назад покатался я тут нехило. Тут тоже много домов брошенных, дач. Во-во-во-во-во. Вот сюда тоже. Трансформатор хороший. А если по этой дороге поехать, будет, во-первых, Голубое озеро, куда мы едем. Во-вторых, влево от Голубого озера, если его объехать с левой стороны, будет заброшенный аэродром сельскохозяйственной авиации. Дальше будет огромная гора и называй Темная долина. Вот этот аэродром сельскохозяйственной авиации старый, он брошенный, он стоит на горе. А под горой вот как расстилается долина вот реки Рыбницы, Дубовик, там Стиж, там ручей. В общем, деревня Любаново, урочище заброшенное, с кладбищем заброшенным. Называется Любаново, по карте посмотреть. И за этим Любаново еще проехать. И будет брод Дубовик. Я его тоже снимал по запросу из Орла, брод Дубовик. А влево там пара прудиков и там Михайловка, что ли, деревня. И выезд на шоссе, на, как это называется, Залегощинское или какое? Новосельское, я уже забыл какое. Шоссе. По-моему, Залегощинское. Ну, Наливное, короче, влево.
Новосильское шоссе — это где от этой с выгонки, да, ехать по Новосильскому шоссе, попадаешь на объездную, да, и оно переходит в Залегущицкое, да, так. Ну ладно, все это к делу не относится, это на карте все можно увидеть. О, дорога тоже хорошая. Вот катались тут на великах к водохранилищу, от водохранилища. Как все подросло, мама дорогая. И что-то никто не едет, ни дачников никаких. 2 года назад я думал, здесь пляж будут делать. А сейчас мусор. Так, а тут какая-то топь. Пошла. А ну-ка вот объедь. Тут нету особой глубины, но все равно лучше объедем. Угу. Ну это вот сейчас погода хорошая, когда, конечно, дожди, тут, наверное, море стоит. Да, дорожка постепенно накрывается. Это, хотя такая хорошая была и сплит-дорога. Она зарастает как-то даже. Если такой водный участок будет серьезный со временем, тут мало кто ездить будет. Это вот поля. Не, будут трактора ездить. Вот опять вижу посад. Вон башмак возвышается, вон он. Башмачара. Никогда ты здесь не ездил? Вообще никогда? Я никогда сюда не поеду. Никогда. Никогда не ездил? Я никогда здесь не поеду. Не ездил ты никогда здесь. Кто тут не бывал, Голубого озера не видал. Вон и грин виден. Что это справа? Вот, вот красное. Это... Где? Вон башмак. Вон он. Моторное отделение. Надо понять. Где? Что красное? Вот это что это? Поле. Русское поле. И за этим башмаком влево деревня Кулики. А вот лесок вот этот, за ним гать поселок. Вон купола Авятского посада. Прекрасные места. Вон грин вижу, вон мегагрин, вон здание. Если на машине еще никогда не ездил, только на велике ездил. Овраг съедем, а за оврагом вон на той горке будет уже Голубое озеро. Что-то тут подозрительно никого нету. Странно, 2 года назад я ездил купаться сюда на велосипеде. Кстати, лежат тут эти видео по запросу из Орла: Голубое озеро, Голубые озера. То ли Голубое озеро, то ли Голубые озера. Вот. Вот это последний, так сказать, дорожный косяк здесь. И на горке будет это Голубое озеро. Балка довольно длинная, это
туда, наверное, к Лаврову уходит эта балка. А, не, не к Лаврову. Где мы, где кулики ехали по той стороне. Я уже забыл, мы тут катались в 2015 году, в прошлом году. Балочка такая приличная. Овраг. Вот такие прекрасные места. Вот такие виды разворачиваются. Странно, вообще никаких купальщиков не видно. Сюда либо люди ездить перестали. Так, это вот дорога идет. Аэродром сельхозавиации. Вот за этой возвышенностью озеро находится. Вот за этим насыпью, за этой. Сейчас выйдем. Посмотрим, что там сделали, не сделали. Ну, там берег озера, вот, ну, тут слева. Так, где тут парковаться уже можно будет скоро. Вот чуть дальше. Да, да, заездик. А, не, это не озеро, это поле, я забыл, это поле, поле. Озеро чуть дальше. А, вот, вот дорога, по которой на аэродром, влево, и там Любаново, вот туда нам, прямо, прямо, прямо. Это если мы на аэродром на Любаново поедем, к броду Дубовик, это туда. Аэродром авиации брошенный. А это вот прямо, она упирается там в сторожку в какую-то. А тут такой холм, типа. Хотел все на него полазить, залезть на эту гору. Так, все, вот, все, приехали. Все, вот, приехали. А, тут карьер просто. Так, приехали. Чего ничего тут? Тут не благоустроили, но сход есть. Вот сюда давай. Хороший сход. А? Хороший сход. Не знаю. Выкосили берега. О! Что-то тут вообще никого. Никого. Только лягушки. Вот такое дно. Вылазь купаться, вылазь. Ох, как тут хорошо. Маленькое озеро. Бывший глиняный карьер Орелстроя. Два года назад вот там мы купались. Вернее, люди купались. Вот такое озерцо. Это Рогоз камыш. Камышек растет. Вы только в тапках купаетесь, потому что это глина тут, а не песок. Ничего тут не благоустроили. А ты да. А я тут и купался раньше. Прямо на этом. Да, вот здесь. Тут что-то я вообще не понял, что тут сделалось. Тут лесенка была деревянная. И лесенку убрали, и никого нету. Вообще удивительно. Никого тут нету абсолютно. Что тут творилось в 15-м году, в 10-м? Тут просто городской пляж был. Даже в том году люди были. А сейчас вообще ничего нет. Удивительно, удивительно. Но место красивое, правда? Голубое озеро. А дорога туда идет. Аэродром сельхозавиации. И там несколько озер было. Ну, не таких красивых, а глиняных. Там рыбаки, там я видел, на лодках даже сидели в 2010 году. В общем, как-то так. Меняется, конечно, ландшафтик. Но я вот здесь купался, вот в этом месте. А вот или и здесь тоже купались. Короче, здесь два схода есть, вот там и вот тут. Здесь, по-моему, поглубже, а там поположе.
Единственный минус этого места, здесь оводы зеленые бывают. Поэтому, кто будет купаться, лучше голову не мочите, чтобы они на голову не садились, эти оводы. Очень неприятные твари. Я купался, сейчас я полезу, я вам пример подам. Это она всегда тут торчала. Сейчас я, подождите. Короче, все, я ролик завершаю. Я вам показал Голубое озеро, как на него проехать. Там тоже, кстати, можно купаться. Спасибо вам за просмотр. Подпишитесь на канал Из Орла в Яндекс.Дзен, в Рутубе, в Ютубе, в Одноклассниках и ВКонтакте. Ставьте лайки, пишите комментарии. Купайтесь вот здесь, с левого берега. Тут с осторожностью, там вообще туда не лезть. Из того берега тоже можете залезть. Я его переплывал, там вылезал. Тут не надо, там помельче, там поположе сход. Сейчас я залезу первый. Все, спасибо вам за просмотр. Лайки ставьте. Подписывайтесь на канал Из Орла. Можете также пополнить баланс моего сотового телефона 8 920 889 20 на услуги связи, звонки, смс, интернет. Сейчас лягушечку мы снимем еще. Зовут лягушечку снять. Ну а что лягушечка? Лягушечка не жабка. Что ее снимать-то? Одна. Где? Вот секунду. Взяли мой косу. Где? Вот она. Вон он. Вот она, зелененькая он был. А зачем коса-то? А сейчас. Слышишь? Это. Вот. Вот он. Сейчас мы ее попуганем. Сейчас, секунду. Сейчас бы мы бросили. Секунду. Где? Дай с лягушкой разберусь. Где хоть она? Не вижу. Вот она сидит. Зеленая. Красивая. Смелая. Греется на солнце. Ладно, не будем ей мешать. Все, в общем. Все. Пошел и купаться. Замечательное местечко. Жарко. Вода прогрелась. Больше 30 градусов. Народу никого. Все, сейчас полезу. Так. Ну что сказать. Я искупался. Вылез, залез. Тут, конечно, вот муть вот эта, глина вот эта, она по щиколотку. Ощущения великолепные. Вода очень теплая и очень чистая. Я доплыл где-то, ну, не до половины, чуть меньше, и вернулся. Это прекрасное место. Никого народу вообще нет. Но это такое вот озеро смелых, я бы сказал. Это не для каждого. Здесь когда-то стояла, вот здесь обрывчик такой, деревянная лестница. Мы по ней залезали и вылезали. Сейчас тут нету вообще ничего. 2 года назад тут были выкошены берега этого озера. Я думал, что буду делать частный пляж, но я ошибся. Ну все, в общем, вот такой ролик. Кто смелый, приезжайте. Вообще, конечно, ну, вот такое озеро голубое. Голубое озеро, это не в лесах, это озеро у тебя в глазах. Никуда не денешься, вся в себя манит. За голубое озеро, голубой магнит. Дэйо, дэйо, day was coming, we won't go home, day. It's a day, it's a day, it's a day, it's a day, oh. Day was come and we won't go home. Ну все, ладно, попели, поплавали, поехали домой. Всем пока. Всем привет, 18 августа 2023 года. Возвращаемся с Голубого озера и едем мы на карьер, на озеро Светлая Жизнь. И хочу записать этот ролик, потому что мы сейчас проедем с другой стороны циклопического моста. Голубое озеро вот по этой дороге находится на километров 4 отсюда. Там находится Балка-Непрец.
дорога в балку не прется, ведет от этого циклопического моста туда вправо. А мы сейчас под мост и на объездную. Мост огромный, железнодорожный. Направо, по-моему, станция ЦОН, налево станция Рыбница. Замечательный мост. Да. Вот сюда ехать, балка не прется. Смотрите, какой здоровый. Красота. Вообще удивительный мост. Не точно, но там, по-моему, ручей течет в той стороне. Но это не точно. Какой-то вот водный такой ручеек, что ли, не знаю. Мне так кажется почему-то. Кстати, этот мост был виден, есть у меня фотография в Одноклассниках и ВКонтакте, снятая в 1970 где-то году с пляжа на озеро Светлая Жизнь. И он, этот мост, виден, но сейчас он не виден с того места. Где-то вот в районе, где туалет сейчас стоит, там, где выход на это самое, на мост пешеходный через Аку, Ботанику, вот с той стороны карьера. Сейчас там не видно этого моста, потому что посадки очень выросли, и они полностью перекрыли вид этого моста. А на той фотографии виден мост, прям вот как близко, хорошо, что удивительно. Поэтому мост огромный, высокий. Сейчас того места его не видно, этот мост. А фотографии посмотрите у меня ВКонтакте, в Одноклассниках. Пометный. Хорошо. Есть он там у меня, фотография старинная. 60 лет давности. Так. На велике можно вообще мимо этого моста попасть, на эту дорогу с облаками, как я называю, вот за этими дачами. Через лесок и прям все. Голубое озеро я ездил. Туда и оттуда. За этими дачами. А это прямо мы сейчас выйдем на перекресток объездной. И прямо будет через объездной будет озеро Светлая Жизнь. Тут был в 2010 году пожар. Дачи сгорели. Несколько дач вот с этой стороны я видел. Обугленные домики. В той стороне Лужковское кладбище. Вон уже просвет виден, вон объездная видна, и за ней Светлая Жизнь. На Андрябуш не поедем, да? Нет. Оно мелкое, тоже теплое очень. Живым и бы добраться уже и не проблеваться. Без инсульта. Надо тебе монтаж освоить. Вот эти посадки и закрывают вид моста с берега Светлой Жизни. Сейчас мы метнемся через объездную и попадем на озеро Светлая Жизнь, наше замечательное. Вот направо Лужки, налево поворот на Гать, на Знаменку. Это дорога М2 Крым, Москва-Симферополь. Направо Лужки, объезд Орла в сторону Северного района, вот туда. А налево там выходит на трассу Кромы, Салтыки Добрый, туда налево, а прямо это Светлая Жизнь. Так, машина едет. Красный, пока красный. О, написано гостиница. Интересно. Гостиница написано. Кафе «Охраняемая автостанция».
стоянка. Нереально написано. Гостиница. Ты гостиница моя. Так, показываем, как ехать. Вот, пересекаем объездную. Вот съезд на Светлую Жизнь. Это известный маршрут. Тут ходят маршрутки. Сейчас мы увидим остановку маршруток, дачные, так сказать, маршруты. Максим, может, водички. Парковка, кафе «Маяк». Там есть багажники, 5-литровка. Я не хочу спать. Это дорога, по которой и маршрутки также возят дачников на Светлую Жизнь. А садятся они на Первой Посадской, там есть... Дачная остановка, Первая Посадская. Так, 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 подожди, как нам куда? Нам влево. Влево нам сейчас, по-моему. Подожди, да, я вспомню. Влево нам или не влево? Да, влево давай. Да, влево, точно. Точно влево. Вот здесь маршрутки разворачиваются. Вон виднеется уже дома по Бетонному переулку. Вот прямо туда едет. Это вейк-парк, лебедочный вейкбординг. Но мы им не будем заниматься. Если кому интересно, что это такое, введите из Орла вейкбординг, вейк-парк. Увидите, я там подкрадывался, снимал этого вейкбордиста, как он с трамплина там прыгал. Кусты облепихи. А мы идем в такое теплое, тихое местечко. В камышах. Прямо вот оно уже скоро будет. Да вот. Не, это еще нет. Вот в этом месте я переплыл озеро Кавьер. Вон трамплин, вейкбординг. Вейкбордский трамплин лебедочный. Нам сейчас вот сюда направо. И вот где-нибудь уже можно будет там парковаться. Туда. Еще прямо едь. Еще едь. Рано. Это все вейк-парк справа, мы его объехать должны. Лебедка на трассу. Так, стоп, стоп, так, сейчас. Вот уже где-то можно тут уже парковаться уже где-то. Так. Да, вот там вот паркуйся, все. Вот давай еще проедь немного. Блин. Вон нам туда нам. Вот оно это место. Вот оно, тайное место. Паркуйся вот здесь и пошли туда, вот по этой тропинке. Все, и никого нету, как всегда. Прекрасное местечко. Мало кто его знает. Все, паркуйся. Все, мы на противоположном берегу озера Светлая Жизнь. Там микрорайон Ботаника Новая. А мы идем в тайное место. Хотя он все равно. Пошли. Ты сумку все ныкаешь. Секунда. Так. Потихонечку. Вот как выглядит дальний берег озера Светлая Жизнь. Надо тапки тебе одеть. А там все, песочек, надо, там не песочек. Надо, Максим, надо. Я взял, не надо. Пошли. Так. Пошли. Он специально встал, чтобы так развернуться. Правильно он встал. Ох, какая красота. Какая красота. Я здесь несколько раз купался, и мне понравилось. Здесь никого нету. Здесь песочек. Здесь отлогое дно теплое.
И здесь еще, видите, вот лебедка, лебедочный вейкбординг. Вот он тянет этого вейкбордиста. На доске. И он с трамплина прыгает. Вот такой вход здесь. Замечательную воду. Камыши. И тут мелко, реально мелко. И песочек. А что еще надо? Сейчас я разденусь. Замечательно. Ну, песок, он очень приятное место, дело такое для купания. Ну, вода похолоднее, надо сказать, чем сегодня я купался в Глупом озере. Еще тут ветерок. Вода чуть похолоднее, чем в Голубом озере. И ветерок еще. Ну, зато песок. Ну, приехали, надо лезть. Чего? Давай с той стороны. Я не могу уже. Сейчас, дай я. Ну, в общем, вот такое замечательное местечко. С противоположной стороны озер Светлая Жизнь. Вот лебедка вейкбордистская. Спасибо за просмотр. Подпишитесь на канал Из Орла в Яндекс.Дзен, в Рутубе, в Ютубе, в Одноклассниках, ВКонтакте. У Стрекоза какая летает. Ставьте лайк, пишите комментарии. Можете поделиться этим видео с друзьями, сделать репост. Также можете пополнить баланс моего сотового телефона 8-920-889-20 на услуги связи, звонки, смс, интернет. Все, а я пошел купаться. До новых встреч. Всем привет. 18 августа 2023 года. Находимся на дальнем берегу озера Светлая Жизнь. Там вот завод Стройиндустрия виднеется. Вот. Тут камыши, лебедочный вейкбординг. Вот такие вот камыши, в общем. Ну, можно тут купаться. Но мы захотели искупаться на традиционном пляже. Поэтому сейчас с дальнего берега озера Светлая Жизнь переместимся в традиционное место для купания, оборудованное, так сказать, поближе к вышкам спасателей. Давайте подъедем, посмотрим, искупаемся. Приятное дачное такое местечко, тут дачи всякие. Сейчас мы проедем. В общем, мы объезжаем, получается, озеро Светлая Жизнь против часовой стрелки. Справа у нас объездная дорога М2 Крым. Слева город Орел, за озером, за рекой Окой, парк Ботаника. Вот такими дачными тропами, маршрутами выбираемся мы. Там сейчас еще такое место будет, где маршрутки разворачиваются. С первой посадской дачной маршрутки летней. Остановка там. Для тех, кто хочет на маршрутке сюда приехать и уехать. Патруль ходит, вот. Куда ехать? Налево. Вот сюда? Да, вот по этой дороге влево. Там М2 Крым дорога объездная. А это место, где маршрутки разворачиваются, остановка. Вот ходят сотрудники полиции. Контролируют охрану. Написано «Центральный городской пляж». Чем, кстати, можно немножко поспорить. Время с 9 до 21 работы. Потому что, как бы, это не совсем город. Это уже за Ботаникой даже. Хотя, если учесть, что правее там Лужки, а Лужки — это заводской район, блядь, можно считать, что здесь городской пляж. Подальше, подальше.
здесь вот там вот, вот там вот самое такое теплое место, это вон там. Здесь обрывисто как-то. И полоска узкая, и много, и такая, песок более серого цвета здесь. Поэтому лучше вон туда, вон. Вон туда. Да вот тут тоже можно. Ну здесь более обрывистый такой бережок. Там еще кафе «Лето» есть. Туда едь, чего ты хоть? Здесь. Зачем здесь-то хоть? Ты пойми, что тут машины все время есть, шум, пыль. А вот там никого нет. Вот там он, паркуйся он. Размер полоски пляжа более широкий. Надувная горка. Вышка спасателей. Вот тут, где хочешь, паркуйся. Вот там можешь парковаться. Это туалет тут. Где туалет? Вот туалет, это женский, это мужской. Да. Тут два туалета, этот вообще без дверей. А там с дверями нормальный. Так, это дача какая-то вроде. Вот сюда, давай вот сюда, паркуй тут. Вот как хорошее тут место, написано, вот как раз машина. Написано, где машины не ставить. А можно так сказать, что фигню не писать, тоже можно сказать. Мы, так, мы ладно. Не мы никому не препятствуем, да, мы поставили. Все, отлично, закрывайтесь. Так, все, да, закрыли. Закрыли. Идем на пляж. Кафе «Лето», шаурма, шашлык. Ну, песочек хороший, приятный. Вот эта труба, по которой из оки наливается летом озеро, весной, в мае. Еще с того берега еще правее есть труба тоже. Тут две, так сказать, трубы. Фонтанчик работает. Это платная горка. Вот это место огорожено, потому что там труба выходит. Чтоб тут не купались. Какой горячий песок, прям вообще обалденный. Так. Так. Ну что сказать. Водичка здесь, ну, теплая пока еще. Еще все-таки лето. Озеро «Светлая жизнь». А там вот за этими деревьями мост железнодорожный. Он был виден лет 50 назад, пока эти деревья не выросли. Вода достаточно чистая. Приятная. Поэтому пока стоит такая погода хорошая, теплые денечки. Желательно, конечно, всем посетить этот замечательный центральный городской пляж города Орла, поплавать, позагорать, отдохнуть на природе, так сказать. Фонтанчик работает. Спасибо вам за просмотр. Если понравился ролик, поставьте лайк, напишите комментарий, поделитесь этим видео с друзьями в соцсетях. Подпишитесь на канал «Из Орла» в Яндекс.Дзен, в Рутубе, в Ютубе, в Одноклассниках, ВКонтакте. Можете также пополнить баланс моего телефона сотового 8920 889 20 на услуги связи, звонки, смс, интернет.
малый карьер, малое озеро Светлая Жизнь находится там. Я его снимал не раз по запросу из Орла. Светлая Жизнь, малое, малый карьер. Вот там вот, где белая машина не доехала, это дорожка. Вот дом, кстати, виден, бетонный переулок. Вот он, дом советской постройки. В общем, по этой дорожке можно попасть на пешеходный мост в район парка Ботаники. Через парк Ботаника пройти и выйти на улицу Автовокзальную. В общем, выход в город туда, это примерно 2,5 километра. А в ту сторону, это где маршрутки останавливаются, мы это место видели. Центральная спасательная станция там. Все, до новых встреч. Замечательное место. Я очень рад, что сюда сегодня заехал. Вот здесь разворачивайся. Всем привет. Привет. Это дорога, где мост через к парку Ботаника через реку Аку. Вот оттуда из города Орла идут на озеро Светлая Жизнь дачники. По этому мосту через парк Ботаника. Сегодня у нас 18 августа 2023 года. Замечательная пляжная погодочка. Все, погнал. Вот озеро Светлая Жизнь. Скупались. Слушай, а тут тоже загорали. Нормально. Ну нормально, здесь помойка, туалет, ну вот не особо. Ну, в принципе, можно. А, вот он, туалет. Да. Короче, мы сейчас объезжаем озеро Светлая Жизнь по часовой стрелке. Не, против часовой. Против часовой. Потому что слева через озеро у нас объездная находится. Справа издали к нам ближе течет река Ака. То есть мы находимся на правом берегу реки Ака. Но не на самом берегу, там еще дача между нами. В общем, двигаемся от Орла в сторону Знаменки, можно так сказать. Нам бы нужно попасть налево на объездную. Дача. И, кстати, вот сейчас будем переезжать трубу налива озера Светлая Жизнь. Тут уже две трубы, одну я снял в прошлом видео. Подсос воды. Направо? Налево. Налево? Не, налево, да. Максимчик. Вот озеро Светлая Жизнь. Налево и светлое. Наше. Тут деревья растут. Тоже, кстати, можно купаться здесь. Вот, очень вот. Хорошее место. Безлюдное достаточно. Блин. Да, я купался здесь. Помнишь, Максим, 6 октября? Да. Не помню, какого года. Когда я моржевал-то? 2010 года, по-моему. Или 11-го. Мама по плече его лежала. Так. Ну, это такая дачная дорожка. Вот тут где-то, я не помню, или проехали уж трубу налево озера. Да, дачу мне покажи-ка. Налево, налево. Покажи мне дачу. Нам налево. Прямо едь. И здесь налево поворачивай. Налево. Налево, да. Тут, кстати, купальня еще есть. Есть, да. Так как нам разъехаться? Кто каждый поедет. Влево, да. По своей дороге. Влево давай едь. Да, там хорошие, там порожки такие, там чисто вообще, я купался. Но там тенечек, там солнца нет. Вот эта купалочка. Она еще закрыта бывает. А где дача-то? Дача чуть-чуть в стороне, мы туда не пойдем. А, ладно. Вот купалочка. Да. С порожками. Очень хорошая купалочка. Но она тенистая. Да, вот она. Тенистая. Вот здесь я купался. Я тут тоже купался. Но тут тенистое место, солнца нет, поэтому... А крыша дачи, ну, видна его? Максим. Не, нормально. Слезать не опасно. Там порожки. А там порожки, па. Там порожки хорошие. Там вылезаешь прямо на порожки. Она вообще не видна, ни крыши, ничего не видно, да? Да. А проезд какой? Значит, Дима, успокойся. Вот в эту сторону его дача? Нет, в другую.
короче, едь по этой дороге, прямо сейчас на объездную выйдем. Да. Слева от нас будет озеро Малое Карьер, Малое озеро Карьер, Малая Светлая Жизнь. Но там можно купаться где-то только в мае, потому что в июне, в июле-то одна мелкая вода зацветает. Садоводческое товарищество Песчаный Берег, мелкое такое озерцо, карьер малый, можно сказать. Сейчас мы выйдем. Это мы такую дорогу показываем, выезд с озера Светлая Жизнь нетрадиционными способами. Надо чуть помедленнее. Да, знаю, вот ну здесь все, поворот. Да, здесь вы меня встречали все время. Кто встречал? Папа с мамой. Ага. По утрам. А, вы с объездной? Притормози, пусть мужик проедет. Че мужик, это может быть мужчина. На шкоде. Ну, мужчину похоже. Не, лучше, наверное, второй. Ты сейчас третьего. А, все. Ну что сказать, вот купался я сегодня в Голубом озере и в Карьере, в озере Светлая Жизнь. В Голубом озере как-то там побезветреннее и потеплее вода. Но сход лучше, конечно, в Карьере, песчаной, потому что в Голубом озере голубая глина. Поэтому... Да, в принципе, и там можно купаться, и сям. А кто-то сегодня и в реке, наверное, купается. Да и в море тоже. Да и в этом Баренцевых тоже. Ну, кто-нибудь. Мало ли где люди купаются теперь. А ты паспорт свой не взял, Максим? Нет. Забоялся. Тут тоже выработки, выработки какие-то, выработки. Боялся. А зачем? Не понял. Туда объездная, наверное, в ту сторону. А мы сейчас попадем же к этому, где мы не стали купаться. Зачем? Нет. Нет, мы как раз уезжаем на объездную мимо мусора. Помню. Тут куда ни поедь, сюда на объездной, наверное, выйдешь. Ну, если туда, в другую сторону углубиться. Да, да, мы с другого конца выезжаем. Не там, где маршрутка заезжает к Светлой Жизни, а с другого конца выезжаем. О, сосна. Вот за что я люблю Орел? За то, что сосна в нем растут. Главное, не надо ехать туда, куда Дима хочет. Тихо, поставить. Тихо, ладно, вот. Так, щебень, песок. Еще где-то собаководческая станция какая-то. Слева. Это мусорочка. И выезжаем мы на объездную. По параллельному выезду, как если маршрутка выезжает с карьера, а мы едем, значит, правее этого выезда на объездную. Правее в сторону Знаменки, имею в виду. И вот мы выезжаем на нашу замечательную объездную дорогу М2 Крым, Москва, Симферополь. Слева будут Лужки, а направо на Знаменку мы едем. Нет, он просто припарковал. Вот в той стороне будет как раз станция Рыбница, насколько я понимаю. Где-то там. А это вот железная дорога, по которой вот циклопический мост.
станция Рыбница, станция Кнубарь. Или нет? Нет, это ветка куда-то туда, на Нарышкину. А Рыбница это в ту сторону идет, где переезд, где три лагеря. Да, это в сторону Нарышкина. ГОК, ветка ГОК, Михайловский рудник, это в ту сторону. А мы едем в сторону Знаменки. Там сейчас влево будет поворот на Гать, на Лаврова, на Вятский посад. А направо на улицу Машиностроительная к ипподрому. Тут, кстати, какой-то садовый центр сделали. Ботаник 57. Я что-то не видел, да. Так, а тут у нас река Ака проистекает. Там виднеется мегагрин. Река Ака. Вот такие замечательные места. Вот дорога на Белгород. Направо поворот к ипподрому. За ворот там можно. А налево будет Гать. Тут тоже направо можно поехать под мост и влево. Ну и все, наверное, что я. Вот мы возвращаемся на Знаменку. О, как молодежь катается, развлекается. Двое на велосипеде на одном едут опять. Недостаток велосипеда у молодежи. В общем, все, короче. Возвращаемся на Знаменку. Спасибо за просмотр. Понравилось, если видео, поставьте лайк, напишите комментарий, поделитесь им с друзьями. Подпишитесь на канал Из Орла в Яндекс.Дзен, в Рутубе, в Ютубе, в Одноклассниках и ВКонтакте. А это памятник сотрудникам НКВД, стоявшим насмерть, называется так. Я его уже снимал пристально. Вот, а тут у нас сельхозтехника. Встреч. Сейчас мы свернем на Знаменку. Но прежде вот начинается Знаменка. Вот охранная зона. Мост через реку Цон. Вот мост через реку Цон. Это река Цон. Довольно узкая она тут. Где она? Я даже не видно. Вон там надземный переход. Такой интересный сделали. А вот эта заводь, это тут Старица. С другой стороны вот его снимаю. Старица, старое русло реки Цон. Тут надземный переход. Слева там будет мемориал воинский. Чуть подальше вот там. Мы сворачиваем чуть раньше. Написано улица Октябрьская. Октябрьская улица. Все, мы на Знаменке. До новых встреч.